премьера на национальном телевидении. Смотрите программу «Бумеранг» с Натальей Володиной. Гости студии – главный психиатр Минздрав соцразвития Чувашии Марина Макарова и главный психотерапевт Елена Калинина. Вы узнаете, чем угрожает депрессия большинству людей на планете, какие психические заболевания лидируют в Чувашии, как их профилактировать и как выстроена работа психиатрической и психотерапевтической службы республики. Смотрите на телеканале во вторник, 25 ноября в 20 часов. Слушайте на национальном радио в среду, 26 ноября в 20 часов 30 минут.